несут, а нас хуже сатаны. Слышь, а ты в самом терминале был? И нафига я раскумарился? Меня уже сука на страху пробило. Стоять и стоять. И чё? Ну чё, мрачный отца, кругом жмурусь, а мозорные над водой висят. Я Жучков этих потом спрашивал, чё за нах? А это силач лишний, сука! Как паханом у них на хате заделался, всех мужиков, что против его хода были, саму скормил, на! Хера себе, реальный беспредел! А как их режешь визжать, что мы, мол, не люди? Ну чикнешь такого в пером, так нормально обошелся еще, считай! А вешать чист, как живца на рыбалке! Да ну и он, на! Так а еще там че? Или чистый? Не, там еще эти уроды, бля. Короче, я в главный зал заплыл, бля, а там жопа полная. Уроды по всем говнами кидаться. Да что такое-то, ёба? Ну ладно. Он, сука, шума не любит, понял? Вылетает, сука, из воды метров 15 вверх. Когда по херне коммерсанты кучковались? А ну что посыпалось? И сум, сука, как давай жрать? Сука, бля, до сих пор очко играет, как это часто не вспомнил. Хера себе, а как ты свалил-то? Я? Так это не вышло. Сожрал он меня нахер. Чёрт, вижу, суку! Наверху, пацаны! Вот эта сука! Урыли же гады, бабы! Пацанчика завалили! Волки позорные! Там, кажется, что-то шевелится на... Ну, за мешками чисто. Атас! Жмур! Братва! Чего это там наверху на? Чё, сука, хорошо сидится в нычке твоей? Не ссы, на пике будет еще лучше. Больше говна кидай, бля! Алена! Я на такую херню не ведусь! Кидает он, бля! Ты сам выходи, сука! Ладно, сука, далеко ты уйти не мог. Ща я до тебя доберусь, сучара! Братуха, сдаюсь я! Эх, сука, не потонула!
сука, не портануло. Не портануло, бля. Thank you.
Thank you.
Чисто, в резерве. А? Не суд. Чушки нас просекли бы, стуканули караванщиком. И капец крону глыбы, а это сейчас чем пахнет. На пика подымет. Точно. Это если нам чисто подкатило, понял? Ну а чё мы этих тогда на месте не ходим? Заболеваю. Алло, чисто а как караван хлопнет, глыба сам на барже грести будет. Так у них же буксир вроде. Куда грести? Камыши, бля. Буксир для главного дела нужен. А баржи чисто хабар свести и толкнуть с рабами, гамузом. Абацы, а чё за дело-то? Мост брать будем, понял? Святош этих на ножи. Сука, лохотбальна, какого машина на гостей. Зелища. А ты, бля, подбогнуй тут со скоки, как ни кердил. Чё на? Ну да, бля, тебе будет там чё, а? Сейчас. Бля, надо шкериться. Вон там за колонной. Чего это там? Че такое вообще? Петушара этот.
оттуда вытащили предатель. Выпусти нас, прошу. Не оставляй невинные души в беде. Не оставляй невинные души в беде. Выпусти нас, парень. Ты ведь не бандит, сразу видно. Открой.
Выпусти нас, прошу. Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбино очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Себя! Тебя ведь Силантия анафеме предаст! Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть? На их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Ну, дадим ему чуток.